Российский бармен Сергей Булахтин прошел топ-6 лучших барменов мира. Получил он серебро на чемпионате, который прошел в Токио. И вот жюри оценило его в категории флэринг. Это когда бармен не просто готовит коктейль, но еще и жонглирует бутылками, самое красивое и зрелищное. Ну, в этом искусстве Сергей Булахтин настоящий виртуоз. Давайте в одном получается, что даже два в одном, потому что он и циркач, и профессионал в этой сфере. Удивил он россиян не только мастерством кручения бутылок, но и способом приготовления напитка. Он тоже непростой. Прямо сейчас мы можем этот секрет у него выведать у самого чемпиона. Он с нами на прямой связи. Сергей, здравствуйте. Дорогие друзья, добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Рад вас слышать. Приветствую. Конечно, хочется начать с того, что вы еще точно не раскрывали. Как это делается? В чем секрет? Какие фишки? Смотрите, стандартный шейкер, в котором бартендеры, бармены смешивают напитки, достаточно плотный, достаточно тяжелый, и сквозь него пробиться нереально. Задача настоящего мастера сделать так, чтобы после того, как в ваш стакан попадет финальный ингредиент, после того, как вы закроете шейкер, чтобы сквозь металл проникла ваша душа. И в этом заключается формула успеха. Для этого вам необходимо приложить все свои знания, все умения, и, естественно, вы должны быть максимально гостеприимны и открыты для ваших посетителей. Обратите внимание, как легко и просто готовить коктейли, которые завоевывают вершины коктейльного мастерства. Ну и что это хочется узнать? Что за вкусность у вас на столе? Это коктейль, с которым я участвовал, называется Polynesian Pearl Diver. Переводится как полинезийский ныряльщик за жемчугом. Так как чемпионат мира проходил в Японии, я посвятил этот напиток тем самым отважным, отчаянным, мужественным японским ныряльщикам за жемчугом, которые являются очень важной составляющей истории Японии и становления японского характера и вообще становления мужчины в целом. И я провел с этим коктейлем параллель нашего известнейшего бойца без правил Федора Емельяненко. Дело в том, что он является легендой в Японии, и его называют «последний император». Действительно, настоящий мужчина олицетворен в коктейле. Ну и теперь мне остается только завидовать моим коллегам, которые сейчас попробуют этот коктейль. А насчет секрета мастерства я поняла, мне кажется, он достаточно прост. Нужно просто быть одним из 6 лучших барменов мира Сергеем Булахтиным. Сейчас он только что поделился с нами своим мастерством.